Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Ну и как видите, лига завершена. Естественно, я в ней победил. И у нас, кстати... Ага, все, ребятушки, будем ждать, когда у нас накопится народ. Не забываем, что у нас сейчас идет ивент. Это кукурузная ферма. Кстати, сегодня мы должны будем протестить нашего медика. Как вы думаете? Да, 13 уровень у него, блин. А до 14 можем поднять? Сейчас, секунду, ребята, посмотрим. У нас есть... Да, у нас есть сундучки. Причем очень много. Поэтому давайте будем сейчас открывать. Отлично. Что я могу сказать по этому поводу? И еще два сундука. Так, минус один. Давай еще. Следующий. Ага. Теперь нам нужно посмотреть, что нам не хватает для того, чтобы проапать нашего медика. Потому что медик у нас сегодня пойдет на ивент. Ага, у нас нету вообще ничего. Так, сюда мы вставляем клей, сюда газировку. То есть нам не хватает на ХП. Все, сейчас мы это с вами... Подожди секунду. Не спеши. Пойдем-ка мы вначале... Так, погоди-ка, я еще вот здесь вот прикуплю. Вот. Теперь-то точно у нас все будет хорошо. Давай посмотрим, что здесь выпадет. Ой, шикарно, блин, консервы выпали, это хорошо. Так, ну что же, теперь давайте создавать. Будем сейчас с вами делать. Вот они, родные наши консервы. Но консервы нам дают что? Нам дают флягу. А нам нужно... А, нет, не флягу, ребята. Дает как раз кровь. Вот и хорошо. Так, секунду, сейчас мы еще сделаем с вами лекарство. Переделаем. Так, вот у нас фляга. Ну, фляга для ближнего боя, ребят. Так, вот сейчас мы еще и порох с вами забацаем. Ну. Отличненько. Так, у нас 7 шоколадок. Кстати, надо тоже, наверное, сделать из них содовую. Может быть, мы даже сейчас с вами сбросим у нашего медика один из параметров, который самый-самый худший. И сделаем его намного лучше, если у нас, конечно, хватит на это ингредиентов. Я думаю, что хватит, в принципе. Газировка у нас есть. Так, что у нас? Таблетки, у нас есть радио. Радио пока мы не будем переделывать, потому что это все равно пойдет в шоколадки. Шоколадка у нас одна, то есть двумя мы ничего все равно не сделаем. Так, а вот таблетки, скорее всего, придется забабахать. Давайте мы вот так вот сделаем. Так, таблетки мы сделаем, они у нас в лекарство переделываются и... тоже нет смысла, ребят. Хорошо. Тогда давай посмотрим на нашего медика. А, вот он. И ставим кровь. Да, ребят, к сожалению, только один апчик мы сможем сделать. Нам не хватает именно крови. А хотел я сбросить вот этот самый нижний параметр. Потому что, видите, он, да? Плюс один, плюс один, плюс один. Но это никуда не годится. Но сбрасывать сейчас уже не будем. Потому что иначе мы станем опять 13 уровня. Пускай хоть так остается. Ну что же, и, наверное, мы с вами отправимся на ферму. И сейчас мы будем определяться, кого будем брать с собой. Ну, во-первых, мы оставляем вот этих ребят, это однозначно. Вот можно убрать отсюда Соньку. И как раз вот вместо Соньки можно взять медика. Вот. Ну что же, у нас тут турели. Кстати, там турели совсем не нужны. И вот эти вот тоже, между прочим, генераторы. Их же все равно расстреливают. Да, сейчас мы это все дело заменим. Мы это дело заменим. А давай вот так вот сделаем. Возьмем коктейль Молотова и возьмем также... Блин, как же я хочу вот этого чувачка взять, а? Ай, не хватает совсем чуть-чуть, ребята. Еды нету, чтобы повысить его по ХП. И это плохо. Ладно. Так, посмотрим, определимся сейчас, кого нам лучше взять-то здесь, а? Так, ну гренадир нам не нужен там. В тот раз мы с вами брали Берса. Берс, в принципе, неплохо себя показал. Может быть, нам взять Гварда? У нас вообще будет супер-пупер. Да, давайте возьмем Гварда. Вот так вот выберем и поставим его вот сюда.
Ну, я думаю, что, в принципе, сгодится, да? Поехали. Так, у нас ферма. Давай, быстренько пробежимся по ней. У нас задание, кстати, убить 120 зомби, чтобы получить денежку, немножко опыта. Ну что ты расстрелялся, старый хмырь? Ну и куда вы разогнались, а, ребятули? Вот скажите мне, пожалуйста, на милость. На первых порах, ребят, я просто решил сделать под берсом их, чтобы как можно больше дамага нанести и быстрее взять, как говорится, инициативу. Так, зомбики идут. Нам кто? Нам нужен медик, по идее, здесь, да? Да, медик бы нам здесь очень сильно... Куда ты разогнался, сопляжуй? Эй! Ой, красота. А если мы вот так вот сожгем тут их всех к ядре, не фени? Ай, как им не нравится, да? Ага, стрелок вышел, пострелял. А теперь давай вот так вот делать. Как вы и просили, я хочу просто посмотреть. Да куда ж ты бросила-то? Ё-моё! Аптечка-то... Ну не здесь надо же было бросать ее. Эй, чтоб тебя. Я надеюсь, ты еще бросишь где-нибудь. Ага, вот она бросает, ребята. Следом за собой. Ладно, хорошо. Сгодится. Так, куда ты разогнался? Вот скажи мне. Жгем тут всех. Так, давай гварда вызовем еще. Слушайте, ребят, что-то я, честно говоря, не совсем понял. А, во. Работает, действительно работает аптечка. Слушайте, так есть тогда смысл. Блин, надо было все-таки мне генератор брать на всякий случай здесь. Потому что медик стоит 35, это дорого. И слишком долго мы на него будем копить. Ай-яй-яй, но у нас есть вот такая штука. Так, поехали. Так, вот это вот мы все дело здесь запалим. О. Посмотрим, как мы с вами далеко сможем пройти. Слушай, ну, по-моему, медика... Да, к сожалению, медика, ребята, они разбирают. Стрелок расстреливает его просто-напросто в хлам. И это плохо. А вы мне писали, что он должен стоять. Не знаю, ребят. Может быть, он еще слабо прокачан у меня? Ну, в дальнейшем посмотрим. Так, разбираем тут потихоньку. Бонусы получаем. Кстати, вот эти вот бонусы, что мы сейчас с вами получаем, мы потом можем их в нашего как раз медика и закинуть. Ё-моё, куда это вы все так собрались? Нахрапом-то, а? Голубчики. Не пора ли вам отдуплиться-то здесь? Так, давай, Марина, жги. Ай-яй-яй. Расстрел идет жесткий какой-то. Знаете, что мне надо было взять с собой вместо бутылки Молотова? Аптечку. Я бы ее вот сюда бы бросил бы, когда у меня здесь будет гвард стоять, легкий солдат, точно. И тогда бы у нас все было бы хорошо. Надо будет в следующий раз именно так сделать. Протестить. Да горите вы там все в аду, ё-моё. Всех зажарю. Что-то новое достижение, ребят, какое-то получил. Молотов по назначению. Хе-хе-хе. Ну это точно, молотов по назначению. Да ёпарсете, ну. Нате, горите там все. Так, тихо. Не добегут. Минус. Так, минус. Давай вот сюда вот бочку поставим на всякий случай. У меня не получается, ребята, одновременно вызвать легкого солдата, предположим, да, и медика. Не хватает маны. Вот проблема-то в чем. И это меня немножко расстраивает, как бы. Да куда ты разогнался-то, чепушила? Вот, смотрите, что происходит, а. Странно как-то. Раньше у меня медик выдерживал. Ой, медик, легкий солдат выдерживал довольно долго. А сейчас его даже вот здесь уже, на середине экрана, уже валят. Что изменилось, я не могу понять, честно говоря. Да, по-моему, ничего не изменилось. Так, минусанули. Слушай, что-то как-то хреново. У нас всего лишь 4-й уровень. Плохо мы идем, плохо. Так, расстрел. Понятно. Ну давай попробуем еще разок вот так вот сделать сейчас.
Не знаю, что у нас из этого получится. Так, вызываем легкого солдата. Ёпарасоте, ну куда ты вот бежишь, а? Так, этих запалим тут. Всех к ядрене фени, да? И медика вызовем. И посмотрим, прокатит ли у нас. Медик, давай вот здесь вот бросай, да куда? Бросай аптечку здесь, вот. Где мои ребята стоят. Да что ж ты делаешь-то? Нет, ребят, ну я не знаю. Слушай, не выдерживает. Только что гвард рассыпался. Да, он рассыпался от стрельбы. Значит, что-то не то. Не работает, ребята, эта система. Не работает. Или я что-то неправильно делаю. Блин. Обидно. Если так дальше-то пойдет. Да горите вы все, достали уже в корень. Бомбим, бомбим, бомбим. Ну вот, опять стрелок вылез. Что-то он тут зачастил, кстати. Со стрельбой-то. Так, ну-ка, Марина, накажи. Успей. Ой-ой-ой. Как-то мы с вами вообще паршивенько здесь, ребят, сыграли. А мне совсем не нравится. Мне не нравится. Надо было взять аптечку. Ладно, проверим. Чуть позже. Действительно, будет оно. Ай, зачем я сделал? Зачем я так сделал? Коктейль Молотова здесь, по большому счету, но он не спасает, не помогает никаким образом. Поэтому зря я взял, конечно, его. Вот так вот. Ну что ты, зомби, ходишь-то тут? Кругами наворачиваешь мне. Опс, так. Ну давай, легкий солдат, на выход. Может быть, здесь хорошо зашел бы у нас щитоносец. Может быть, ребят. Никакой гарантии не даю. Все здесь нужно пробовать, понимаете? Ну, ё-моё, давай, 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 давай. Еще Марину вызовем. Легкий солдат у нас пошел. Так, бочки. И надо было, наверное, нам все-таки вместо красных бочек взять. Нет, бочки взрывные тоже нужны. Ну и заморозка тоже неплохо бы здесь зашла. Опять же. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Зажгем там всех. Куда ты там собрался, бежишь? Опс. Да ее просто этого-то не мог накрыть. Ну давай хотя бы пятый уровень, фиг с ним. Давай, пятый уровень, и я успокоюсь на этом. Так, отлично. Пятый уровень мы взяли. Сейчас опять стрелок вылезет, смотрите. Ну, естественно, естественно. Кто бы в этом сомневался. Так, а теперь мы с вами сделаем что? Сделаем следующее. Вот так. Блин, ну как же мало маны. И вот медик сюда вызовем. А этих вот взорвем. Вот так вот, я думаю, так будет лучше. Блин, у нас у автобуса, оказывается, здоровья-то уже мало. Вот так-то. Ну, посмотрим, посмотрим. Смотрите, отхиливается, да, ребята? Хм, здесь, кстати, очень хорошо получилось. А как мы так все выжили, прикинь? И медики, и бойцы мои. Что-то такое тут случилось. Невероятное просто-напросто. Так, все-таки я в следующий раз возьму аптечку, ребята. Это будет, наверное, вообще эффективно. Вы представляете, аптечку, плюс еще медик будет бросать аптечку. Это будет шик и блеск. Смотри, выстояли. Просто выстояли все. Круть! Что я могу сказать? Вот она, ребята, все-таки работает эта школа. Не знаю, насколько хорошо там дальше пойдет у нас все это дело. Но в данный момент есть от этого эффект. Причем довольно неплохой. Как мы... Медик, бросай аптечку, аптечка нужна. Где аптечка? Во, аптечка вышла. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, мы уже 7-го уровня. А если я еще берс влуплю, а? Что будет тогда? Будет сейчас просто жесть. Ё-моё, просто расколбас капитальный, ребят. Медика не трогать. Трогать там своими ручонками паршивыми, да? Моего медика бедного. Дай мне. А если я еще вызову медика, это вообще будет бомба. Это, ребята, будет просто бомба. Ну, вы видите, что тут происходит.
что это просто жесть. Расколбас капитальный. Давай еще Берса врубим. Этот стрелок вообще ничего не может сделать. Ты представляешь? Мы просто как у бога в запазухе. Ё-моё, вообще расколбас. 11 уровень, ребят, я иду на рекорд. Такого у меня еще, по-моему, не было. Давай. Да куда ты там, стрелок? Хорош, успокойся, пожалуйста. Ничего у тебя все равно не выйдет. Так, а если мы сделаем с вами вот этот откатик? Я просто хочу еще одного медика вызвать. Ну, да что ж ты. Куда вы разогнались, эй? Упс, упс. Да ладно, как так может быть? Ребята, это офигеть можно, блин. Как мы могли проиграть из-за того... Уху-ху-ху-ху. Слушайте, ну я вам скажу, что это просто бомба. Вот что сейчас было, такого у меня еще ни разу не было. Так, ну что, забираем здесь наш реворд. Слушайте, а давайте действительно я посмотрю. Мы здесь уберем вот эти вот бочки. Нет, я даже уберу коктейль Молотова. И поставим мы с вами вот так вот. А? Так, Марина, нет, Марина нам пригодится здесь. Хотя Берс, наверное... А, давайте посмотрим. Так, урон 51, это у Берса. А у Марины тоже 51. И, по-моему, здоровье-то у них... Нет, смотрите-ка. У Берса здоровье в разы больше. У него 92 единицы, а у Марины 59. Время появления 4 секунды, а здесь... Ага... 13 секунд. Хм. Даже не знаю, ребят. Я даже не знаю. Немножко мне сомнения берут. Слушайте, ну кого мы можем еще взять? Ну, давай, предположим, мы возьмем щитоносца. А вместо кого? Вместо Марины, что ли? Нет, ну Марина нам здесь нужен. Он как боевая единица. Причем колбасит всех. Можно убрать бочки отсюда. Давай попробуем вместо бочки взять нашего вот этого вот щитоносца. Вот так вот сделаем. Предположим, ребят. Ну что, давайте еще, наверное, разочек партику. У нас, кстати, по-моему, да. У нас здесь есть ящичек. И посмотрим, сможем ли мы с вами сделать хоть что-нибудь. Так, три консервы. Три консервы. Ну-ка. Ай, хорошо, ребят. Ай, хорошо-то. Это просто классика. Вы знаете, да, что я сейчас буду делать? Где у меня медик? Медик, вот он, медик. Так, и мы сбрасываем ему самый первый параметр, вот этот вот. И выставляем вот так вот. Все, ребята, вообще атас. Ну, теперь будем экспериментировать с вами. Так, щитоносец, гвард, марины, легкий солдат и медик. Плюс еще у меня дополнительная аптечка. Фух. Так, ну что, была не была. Пойдем, как говорится, на рекорд. До двадцаточки дойдем, может быть, как-то. Слушайте, ну здесь, конечно, я простоволосился за счет того, что... Ой, зачем я... Да ёпрасоте, что я делаю-то? Что я такое начинаю тут чудить? Совсем не понял, погоди-ка. А, ну ладно, ладно, все нормуль. Здесь мы справимся. Так, легкий солдат. Давай сделаем так, и аптечку мы вот сюда вот бросим. Пускай там хилит. Ага. То, что нужно нам. Да, гвард, да подойди ты к аптечке. Ты там нужен мне. Так, сейчас будет стрелок, да? Нет? Я просто боюсь выпускать эту медичку свою. Ага, вот он вылез. Побомбил, все, теперь медик побежал. И гвард. И вот так еще аптечку. Блин, не успел маленько. Ну, ладно. Ну что же, будем смотреть, что у нас тут получится. Какой расколбас. А расколбас должен быть вообще жесткий просто-напросто. Погнали далее. В тот раз мне надо было, ребята, выставлять пулеметчика. Тогда бы мы там нормально не сдулись бы. Так, ну что... Давай, давай, аптечка, мне нужна аптечка. Вот так вот я ее бросил. Замечательно, ребята, вообще никто не упал. Сделаем, наверное... А давай Берса. Под Берсом сейчас будем вызывать сюда своих боевичков.
Уже пятый уровень, ребят, уже пятый левел. Хе-хе. Давай, гвард. За гвардом сразу пойдет у нас легкий солдат. Обязательно. Так. Аптечку бросим. Вот так вот. Так, и нужно нам что сделать? Легкий солдат. Манну. Да, нам нужна мана. Хотя ее там, по-моему, и так очень много. Ядрен батон. Ты посмотри, что тут происходит. Просто куча мала. Слушай, я щитоносца-то хоть вызову? Или нет? Получится? Давай, надо вызывать его хотя бы разочек. Пускай... Ну, он медленный, конечно, но все-таки. Давай-давай, жарим-жарим. Ребята, будет вам известно, что это не моя тактика, это ваша. Вы мне подсказывали, чтобы я раскачал медика и отправлял их вместе с гвардами, с легким солдатом. Ну и, как видите, сейчас мы это дело экспериментируем. И, как видим, идет это все очень даже хорошо, очень чудесно. Мы уже 9 уровень. Это буквально, ну сколько прошло? Минуты 2-3. То есть вообще великолепно. Уже 10 уровень, ребят. Так что, скорее всего, мы здесь можем даже рекорд с вами поставить. Так, что нам надо сделать? Давай берса включим. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот плохо, ребят. Смотрите, они как-то умудряются пробиться. Не знаю, каким образом. Медика сейчас убьют. Почему-то медик не хиляется. Вот, он начал хиляться, но успел. Ладно. Кстати, я не вижу, у нас щитоносец-то... А, вон он, бомбит там еще, бомбит. Ладно. Давай вот так вот. Аптечки нам нужны. Еще одного щитоносца я позвал нам на помощь. Ё-моё, ты посмотри просто, что... Ну-ка, да он даже вообще его не может пробить. Ребят, смотрите. Смех на полке. А вот это вот, конечно, фигово, что он пробегает здесь. Это нам не нужно. Так, давай еще берса врубим. Эй! Потише, родной. Вот за счет этого он только может, ребята, успеть нас забомбить. И больше никаких вариантов у него нету. Давай еще аптечку. Ё-моё, 13 уровень, ребята. Мы в прошлый раз как раз на этом остановились с вами. Ну куда ты? Куда ты разогнался? Думаешь, прокатит? На этот раз не прокатит у тебя. Можешь даже не радоваться. Хотя, фиг его знает, ребят. Как-то уж больно напряженно здесь все идет, это дело. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успели. Ребята, 14 уровень у нас уже. Вы представляете? Давай-ка вот так вот сделаем. Просто рвем базу в лохмотье, ребят. Смотри-ка, он зачастил со своей стрельбой-то. Просто неугомонный. Так, мне нужно как-то... Давай берса врубим. Ё-моё, 15 уровень. Это абсолютный рекорд у меня в данный момент, ребят. Такого вообще еще не было. Не знаю, будут ли успевать у меня отхиливаться мои солдаты. Что-то как-то мне с трудом верится. Как-то стараюсь выстоять. Вы заметили, что он вообще зачастил? Ты посмотри, через каждые 5 секунд. Может, ты успокоишься, а? Олух. Ё-моё, ты посмотри. Очень жестко, ребят. Практически невозможно, я бы даже сказал так. Давай вызываем солдата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка вот поможем нашим ребятам аптечкой. Офигеть просто, расколбас капитальный. Так, давай берса врубим. Ой, медик упал, ёлки-палки. Не смог он... Эй! Куда родные побежали? Ребят, 17 уровень. Это жесть. Просто жесть. Ну, где аптечка? Блин, медик, где аптечка? Я не вижу нифига, блин. Офигеть, ребята, это просто... Это просто жесть. У меня этот... Ты видел, что он выбил? Он выбил этот... Пакетик крови, короче. Донорский. Все, ребят, тут, ну, извините, но тут...
Тут он просто без остановки херачит. Я ничего не могу сделать. Просто ничего не могу сделать. Как тут вызвать-то кого-нибудь? Эй! Успокойся там, пожалуйста. Блин! Все, ребята, это расколбас полнейший. Ну тут, извините, тут уже все. 18 уровень. Ребята, 11 ящиков я выбил. Это жесть, рекорд. Действительно, это рекорд. Ну что же, я могу сказать вам одно и точно, что ваша, как говорится, подсказочка работает очень даже хорошо. Вот единственное, мне хотелось бы узнать, как все-таки можно там простоять, ну, до 25-го, до 30-го уровня. В чем проблема? Где мы там можем с вами лопухнуться? Почему нас пробили? Не знаю, не знаю. Ну, надеюсь, дальше мы с вами будем еще больше разбираться. Лучше, может быть, какие-то у нас будут другие тактические методы подхода к этой игре. Ну что же, а теперь пойдемте, наверное, вот сюда, на лигу. Так, я на 4-м месте, хорошо. Все, как мы видим, уже собрались давным-давно и ждут меня. Ладно, давайте посмотрим колоду. Колода, в принципе, неплохая. Вот так вот мы сделаем, пожалуй, да? Сохраним и посмотрим, что у нас получится. Поехали. В бой. Ну-кася. Ёппарасы-то, ну как же так-то, а? Ну как так? Ай-яй-яй. Нет, сейчас подобьют. Конечно же, подобьют, ребята. Здесь, знаете, в чем была проблема? Что Кэп подставился, ребята. Подставился под выстрел. Ну давай хоть кого-нибудь-то накроем. Там кто у нас? Ты смотри-ка, а, все стали брать легкого солдата. С чего это вдруг, а? Ладно, тоже проиграли. Ну, а здесь, я думаю, мы все-таки должны выиграть. Или нет? Что за фигня-то? Ну, строителя мы ушатали. А вот тут хреново, ребят. Или все-таки пройдем? Расстреляй сейчас. Угу. Короче, ребята, в корень поменялись здесь... Как вам сказать-то? Команды. Да Кэп вообще, зачем мне Кэп-то здесь? Действительно, Кэпа я брал специально на один уровень в прошлый раз, чтобы пройти команду. Зачем он мне здесь нужен, я не понимаю. Тут даже смотреть неинтересно, понимаете? Просто идет расколбас капитальный. Так. Надо будет убрать Кэпа. И кого у нас там? Кого у нас там обычно ставят? А, легкий солдат же у меня был, ё-моё. Действительно, чё это я? Давай, взрывай этого огнеметчика, отлично. Ну и Соньку мы сейчас... Ой, Соньку. Снайпершу сейчас уберем. Есть. Две победы, зашибись. Ничего не могу сказать против. Так, ну здесь минус. Ты посмотри, Кэп дуралей подставляется просто... О, сейчас его зажарят. Сейчас зажарят моего гренадира. Ну, кто? Кто? Моя снайперша? Да, молодец. Красавица, все-таки успела подбить. Так, сколько у нас тут еще боев-то, я даже не знаю. О, здесь очень хорошо и быстро, причем победили мы с вами. Давай здесь посмотрим. Вот граната летит и... И ни в кого не попало практически. Ха-ха, все, победа за нами. Так, уже 5 побед. Ну что ж, ребята, это... Не очень хорошо, но и не очень плохо. Потому что, если прикидывать, что у нас с вами здесь находится Кэп, который, по идее, не должен быть вообще здесь. В общем, смотрите, ребят, что мы с вами делаем. Убираем отсюда Кэпа и ставим... Где у меня? Вот, легкий солдат. Только будем его вот сюда ставить. И гренадира мы, пожалуй, с вами поставим вот сюда. Да, наверное, так лучше. Подожди, или не так? Может быть, вообще медика взять? Представляешь, будет у нас... Ну-ка, если мы берем, предположим, медика. Мы еще кого-нибудь можем взять? Нет, никого не можем больше взять. Плохо. Плохо, потому что мне здесь обязательно нужен, ребят, механик. Механик почему? Потому что он быстро бежит. Он убивает сразу же тяжей, которые тут будут стоять. Так, механик стоит. Нам нужен тогда...
Гренадир. Вот так вот. Поехали, посмотрим, ребята, как у нас здесь пойдет дело. А ну-ка, отлично, очень хорошо. Ну вот, это уже совсем другой разговор, ребят. Совсем другой разговор. Сейчас мы его снесем, этого автоматчика. Ну давай, 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 да подойди ты. Да ладно, не может такого быть. Такого просто не может быть. Как так? Эй, почему мой этот, как его звать-то, гренадир не успел подойти? Ладно, мы его сейчас немножко, ребят, с вами поставим в другое место. Не на верхний ряд, а в нижний. Так, колода. Гренадир, давай-ка вот сюда вставай. Даже, ну да, в принципе, нормуль. Поехали. Вот здесь, да, мы с вами сплавились. Сейчас у нас должно быть... Вот, совсем другой разговор. Вот сейчас все отлично, как было и написано. Так, рейнджер. Ёпарасоте, это что такое было? Да что... Что за ересь, я не пойму. Что это за дамаг такой у рейнджера? Какой, кстати, там уровень, ребята, был? Я вот что-то не обратил внимания. И почему, интересно, у меня легкий солдат так быстро сдулся? Я не понял. Посмотреть надо. В чем проблема-то? А, это вот так вот рейнджер шмаляет? Ну что же я могу сказать? Сейчас ему хана будет. Он что, отходит, что ли? Нифига он отбегал, короче, от моего солдата. Ладно, все равно мы его порвали и дальше идем. Идем дальше и смотрим. Так, здесь у нас Севал. Ну, давай посмотрим, что это за Севал. Так, такая же практически команда, что и была. Бумс. Ой-ой-ой, не повезло вам, ребятули, к сожалению. Снайпер не пробьет. А мы сейчас так вжарим. Все. Так, ну что же, еще одна победа за нами. Двигаемся далее. А далее у нас... Сколько там? Еще один бой, по-моему, да, остался? Два. Отлично. Два боя, это хорошо. Оу. Так, погодите секунду. Блин, тут тоже солдат легкий есть. Ну-ка, кто кого? Опачки, ребята. Что такое? Продолжить? Какая пауза? Никаких... И что ты стоишь? Огня-то нету здесь. Эй! Рейнджер! Ой, рейнджер, солдатик легкий ты мой. Че он тупо... Вот че вот он сейчас тупанул, а, ребят? Я не знаю, че он стоял. Там не было огня. Это фигня полная, блин. Фу. Так, хорошо, давай. Раз у него такая вот колода, мы сделаем вот так вот, ребят. Чтобы снести просто-напросто рейнджера сразу в хлам. Куда он, блин, переместился-то теперь? Вот смотри, видишь, прошел гренадир. Солдат почему-то тупо стоит. Огня здесь нет, ребята, еще раз говорю. Нет огня, почему он стоял? Даже в прошлом бою, я не знаю, что он, почему он глюканул. Так, ну что, и последний у нас чувачок Бокс Стайл, поехали. Блин, гренадира не убрал. Ё-моё, вот дурень. Своих же подорвал. Сейчас, ребят, подождите, кое-что подправим. Зачем я так сделал? Под каждую же команду нужна своя стойка, свое построение. Давай вот сделаем вот так. Да, вот так мы сделаем. Сохраняемся. И вперед. Ну вот, совсем другой разговор сейчас должен быть. Минус, минус, ну и здесь, естественно. Ну вот почему, вот раньше они, ребята, огонь оббегали. Почему они сейчас опять тупить начали, я не знаю. Но, тем не менее, как вы видите, мы с вами прошли довольно хорошо. Теперь нам что надо? Давайте-ка зайдем с вами вот сюда и посмотрим. Тут у нас же очень много чего появилось. Вы посмотрите. Ё-моё. У нас очень много консервов. Ну как очень много? Не так много, но хватит. Так, мы сделали с вами кровь. Также мы можем с вами сделать лекарство. Так. Ну что, ребят, давайте я, наверное, на паузу нажму. И потом уже мы с вами посмотрим, что у нас вышло. Ну что, ребята, я закончил все это крафтить. И давайте теперь посмотрим, чего у нас и насколько хватит. Так, мне нужен наш медик. Мы
Подожди-ка. Ну да, нам нужен медик, именно его мы с вами будем допрокачивать. Так, снимаем самую хреновую статушку. Это вот это. Сброс делаем и ставим. Так, так, и вот так вот. Замечательно, ребят. Единственный плохой стат — это вот этот остался. Но у нас, по-моему, с вами нету, к сожалению, медицинского, как говорится, пакетика крови. Я, конечно, сейчас посмотрю, но, по-моему, нету, ребята. Он всего лишь один у нас получился. Есть? Ух, ребятулечки. Так я могу вам сказать одно. Медик у нас просто... просто убер становится. Да, полностью прокачанный, идеально. Причем, ребята, все параметры на плюс 3. Это шик. Так, ну что ж теперь мы с вами будем делать? Я хотел пилу прокачать, но я думаю, что все-таки надо нам с вами докачать нашего щитоносца. Он тоже хорош, у него очень будет много здоровья, ребята. Но жалко, что у нас нету больше пакетика с кровью. Но ничего страшного, обязательно мы с вами раскачаем его по полной программе и протестим. Ну что же, а на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был Рэй и игрулька «Вперед на зомби-войну». Так что увидимся в новых следующих видосиках. Всем пока!